По информации Примгидромета, ночью и утром 23 августа под влиянием активных фронтальных разделов в Приморском крае местами пройдут сильные, локально очень сильные дожди с количеством 50 мм и более. 25 августа в связи с выходом южного циклона в город Владивосток и на большей территории края ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. На реках края вновь ожидается формирование локальных дождевых паводков высотой подъема уровня воды преимущественно от 0,5 до 1,5 метров. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2 метров. В условиях повышенной водности на отдельных участках рек ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий ливневым, склоновым, речным стоком. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и выходов на туристические маршруты. Жителям затапливаемых территорий необходимо заблаговременно собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями водных объектов и сообщениями местных властей. При получении информации о начале эвакуации необходимо взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности лекарства, комплект одежды и обуви, запас продуктов питания на несколько дней и следовать в пункты временного размещения. Напомним, что федеральным законом Российской Федерации предусмотрена обязанность граждан эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны ЧС при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий. В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом на единый телефон вызова экстренных служб 112.